Новую дорогу от улицы Академика Сахарова до генерала Ивлева сдали в Нижнем Новгороде. Дорога закончена, осталось только благоустройство прилегающих территорий. Качество работы проверял мэр Юрий Шлабаев. Это ведь за последнее время самый длинный участок, насколько я помню, ну лет 10, наверное, такие не строили. Строек не было. Да. Это же не только для жителей ЖК Анкудинский парк. У нас здесь и цветы, вон там, да, и новая Кузнечиха, то есть такие большие новые микрорайоны. Там общая численность, наверное, тысяч... Да. 20. Все верно, да, тем самым человек. Даже и маршрут как бы сокращаем, тут кто едет там из области, да, из Кстова прилегающих. Но мы фактически вот Кстовский район, да? Да, это уже, да. Это уже Кстовский но район. Нам, конечно, в части развития дорожного строительства нужно мыслить агломерационно. Стало лучше, автобус пустили, комфортнее стало. Машинам лучше. Сейчас, в настоящий момент, мы имеем двухполосную дорогу шириной 7 метров, обустроена линия освещения и установлены все технические средства организации дорожного движения. И дорога соединила, то есть, соответственно, жилой массив, это цветы, и с Анкудинским парком, также с выездом еще можно на город Кстово. Когда планируем окончание полностью? А движению сейчас ничего не мешает, то есть все полностью оно пущено. Ну, полностью пущено, да, по основной дороге. По дублирующей. По дублирующей, по местному проезду. Угу. И тротуарную часть с благоустройством. Абсолютно все, да, все остальные работы завершены. Остальные, в принципе, работы. Ну, по срокам, как вы прогнозируете? Ну, оценим к концу июня. Будет завершено, да? Остались из основных видов работ. Это перекладка кабельных линий и примыкание к улице Сахарова. Кабельные линии 7 числа и заканчиваем и сразу же приступаем к работам по примыканию. По графику производства работы это 14 число. Дороги очень важны, поскольку город развивается, и именно здесь концентрировано строительство новых микрорайонов. Это и ЖК Накудинский парк Кстовского района, и новая Кузнечиха, и цветы уже давно построены. И в общей сложности здесь проживает более 20 тысяч человек. Конечно, с учетом и перспектив развития этого района Нижнего Новгорода, здесь нужно такое масштабное дорожное строительство. Что мы и делаем, что мы и ведем в рамках национального проекта, который как раз подразумевает строительство дорожной инфраструктуры в местах, в локациях строительства жилья.